Сейчас расскажу о том, как выводить деньги с проекта «Большой вопрос.ру». Сейчас я нахожусь в своем профиле. Чтобы вывести деньги, нужно набрать минимум 50 кредитов. Посмотрим, сколько у меня точно. Заходим в раздел «Финансы». И вот тут видим ваш текущий баланс 74,94. И здесь есть две кнопки: пополнить баланс и вывести средства. Обычно для тех, кто хочет как можно больше заработать, они обычно выжидают последнего дня месяца. Вот сегодня 26 июля, но обычно выжидают до 30, 31 июля в этом месяце 31, чтобы здесь накопилось как можно больше кредитов. Но я могу забыть 30 или 31 июля выводить, поэтому я сейчас выведу. Мне, в принципе, это несущественно. Нажимаем на кнопку. После того, как вы наберете 50 кредитов, нажимаете на кнопку «Вывести средства». И тут будет сумма для вывода. Открывается такая плашка. Сумма для вывода 7494. Номер вашего ВМР кошелька. Соответственно, шкала конверсии. Получается на свой кошелек 56,2 ВМР. Выплат из средств производится в соответствии с вашим графиком выплат. Значит, у них в большом вопросе есть такая вещь, как шкала конверсии, где кредиты конверсируются в рубли. Чем выше там рейтинг и прочее, сейчас не буду рассказывать мелочи, тем больше курс ихнего кредита. У меня сейчас вот такой 74 кредита в 56 рублей выливается. Но нужно этот ВМР и прочее ввести заранее, где-то там. Сейчас не буду объяснять. Суть урока не в этом. И нажимаете видео. И нажимаете на кнопку «Вывести средства». Заявка на вывод средств принята и будет обработана в соответствии с вашим графиком выплат, с их графиком. Вы получите 56 рублей на ВМР кошелек. Время оформления заявки сегодняшнее. И выплата будет произведена в течение 10 дней следующего месяца. То есть до 10 августа я получу вот эти 56,2 ВМР на кошелек. По-разному приходят деньги. Бывает и 9-го, 10-го, бывает и 2-го, 3-го. Как их система будет работать? Ну, я получал и могу сказать, что сайт не обманывает. Выплаты производятся. Ну, как обычно, все там трезвонят, выплачивают, не выплачивают. Еще ничего толком не сделали, не поработали, уже сразу деньги хотят. Сайт платит, и если, ну, ВМР такая вещь, что от нее обналичивать очень дорого, где-то там до 50, до 60, до 80 рублей доходит. Может, даже и сотня будет. Обналичивать на карту. Для моих рефералов, подписчиков в этой системе я могу предложить уменьшить затраты на обналичивание. Вы просто перебрасываете мне на кошелек.
А я вам отправлю деньги на карточку Сбербанка, там, Киви, Яндекс.Мани. Ну, самые такие популярные. Ну или что там еще вам нужно? Бесплатно. Все, удачи. Зарабатывайте больше денег. Подписывайтесь на канал. Распространяйте это видео. И работайте. Удачи.